Так, я уже давненько не записывал видосы на основу. Давайте посмотрим, когда там в последний раз у меня вышел видосик. 5 дней назад, даже почти 6 дней уже назад. Ну да, получается. 6 марта, сегодня уже 12. Ну да, сегодня уже 6 день. Вот. Ну что-то как-то, пацаны, долго я не записывал. Целых 6 дней. Дело в том, что у меня просто-напросто закончились идеи. Мне нечего записывать, я не знаю, что вообще мне записывать. У меня творческий кризис, не знаю, что вообще записывать мне на этот канал. Короче, я вообще его бросаю, вот, не знаю вообще, что записывать. Всем привет, ребятки, вдруг кто не понял, это только что была, типа, вот такая вот шуточка, не знаю, зашла она или нет, но мне как-то пофиг, если честно. Вот, вы спросите, почему целых 6 дней не было видосов на канале, ты что там вообще охренел? Дело в том, что мне просто-напросто надоела блокада. Просто надоела. Я вообще в последние вот эти вот 6 дней не особо уж-то играл. Там немножко поиграл в ММ, вот, первые 2 дня, да? Вот, ну я имею в виду вообще в течение вот этих вот 6 дней. Вчера там одну катку буквально с Серегой мы сыграли в блокаду, так я вообще даже не заходил, не буду обманывать. Даже я не забирал подарочек. И мы, кстати, сейчас его соберем, точнее, заберем, а не соберем. Вот, ну и в принципе соберем, типа наш урожайчик. Да, за верность этой игре. Хотя какая в принципе верность, только что сам я говорю то, что она мне надоела. Ну ладно, пофиг как-то. Ну давайте заберем подарочек, нажимаем и поздравляем, боец, вы получили 20 монет, остальные подарки уже в инвентаре. Поздравляем, еще раз поздравляем. Кто не знает, это был типа совмещенный подарок за 23 февраля, то есть за День Защитника Отечества, и за 8 марта, вот. Ну, то есть за Международный Женский День, вдруг кто не в курсе. Кстати, еще парочку таких вот новостей, новинок, нет, точнее не новинки, это новости, да, такие. Во-первых, у меня сейчас на канале практически уже 20 тысяч подписчиков. Там, ну, буквально, короче, там 23 человек не хватает, где-то примерно. Огромное вам спасибо, хочу я сказать. Вот, это реально достаточно большая цифра. Никогда я не мог подумать, то, что у меня вообще столько будет. 20 тысяч. Я обещаю, где-то на 25 или на 30 тысяч подписчиков я покажу свое лицо. В принципе, некоторые уже, если кто-то интересовался вообще этим вопросом, есть такие люди, там парочку десятков, может даже сотня такая наберется. Вот. Интересовались этим вопросом. У меня были раньше фоточки ВКонтакте, убогиские. Короче, убогие, вот. Убожество какое-то. Просто там, короче, пацаны, ужасно был сфотан я. Ну, не знаю, надо будет с этим вопросом что-нибудь решить. Либо я вебочку куплю и запишу специальный подкастик, либо у меня вообще есть в планах, может даже записать что-нибудь на улице там. Ну, короче, 25 тысяч или 30 тысяч подписчиков, и будет что-то типа такого, посмотрим. Так, что еще? Вот, я сейчас очень-очень сильно занимаюсь вторым каналом. Кто не знает, у меня есть второй канал, я там записываю CSGO. Сейчас, вот прямо сейчас, когда я записываю данный видосик, вот буквально пару минут, ну, десятков минут назад я заказал новый жесткий диск. Зачем он мне нужен? Чтобы мне записывать CSGO и чтобы я мог играть GTA 5. Дело в том, что я купил уже, многие знают, новый ПК. Вот, купил GTA 5, но у меня нет возможности нормально играть, нормально стримить CSGO и нормально записывать, потому что у меня начинаются лаги, хотя как бы новый ПК. Дело в том, что я много затупил, там накупил кучу всяких гаджетов, там клавиатуру, мышку, планшет и, собственно, ПК, да, новый. А жесткий диск в ПК я не засунул, старенький я туда засунул, вот эти вот Western Digital голубой, да, Blue. Это самый хреновый жесткий диск, которому там 6 лет. Из-за этого у меня просто-напросто в GTA 5 вот на дороге, где много машин, где много людей, 100 FPS, и резко у меня FPS проседает до 20-15. В CSGO такая же херня. У меня 300 FPS без записи. При записи 1080p качество у меня идет где-то небольшое понижение FPS, естественно, там где-то 250-200 с чем-то. Вот. Но при этом резкие, просто жесткие фризы начинаются из-за жесткого диска. Вот. Я, кстати, недавно понял только то, что это из-за жесткого диска. Я вообще думал, это из-за оперативки, потому что у меня всего лишь 6 гигов. Но я потом полазил, погуглил, в итоге запустил вообще диспетчер задач, увидел то, что там нагрузка на жесткий диск. При вот этой вот записи, когда начинает у меня фризить, именно идет жесткая нагрузка на жесткий диск 100%. Вот. Мне просто-напросто нужен жесткий диск, я его вот заказал, скоро придет. Вот, GTA 5, так что буду записывать, стримить, то же самое с CSGO, буквально недельку где-то надо подождать. Так, ну про что мы... А, кстати, вот про что же я вообще это. Подписывайтесь на мой второй канал, там
достаточно регулярно теперь выходят видеоролики. И, кстати, я на этот канал, пацаны, тоже буду теперь достаточно регулярно выпускать, потому что все-таки уже неделю сюда не записывал. Вы спросите, почему? Во-первых, надоело. Во-вторых, занимался вторым каналом. Все-таки там, посмотрите, пытаюсь где-то примерно каждые 3 дня записывать ролики на второй канал CSGO. Ну и GTA 5 скоро будет. Вот. А в четвертых? Что я хотел сказать? Вспомнил. Я, дело в том, что где-то уже с сентября месяца, да, с сентября месяца 2016 года, тогда где-то по октябрь я практически каждый день пытался запилить ролик, а с октября месяца, вот, там где-то с серединки или даже с начала, и вот по, собственно, конец даже февраля или даже по началу, ну, нет, уже не по началу марта, ну, может даже по началу марта, ну, короче, точно по конец февраля, я ежедневно, каждый день выпускал новый видеоролик на свой канал. Каждый день. Чтобы записать один ролик, нужно достаточно много времени, во-первых, записать. Короче, там долгая история, там, закинуть на YouTube, чтобы мне он обработал для нужных, под нужные кодеки, закинуть потом свой видеоредактор, вот, смонтировать, срендерить. И, собственно, залить, сделать превьюшку, придумать название, вообще придумать, что записывать. Реально, несколько часов как минимум, это если летсплей. Если какой-то монтаж, типа там выпуск новостей или выпуск там багов тех же, да, например, это вообще, пацаны, даже сутки или несколько дней. Вот, например, вот на второй канал видос про оптимизацию я пилил целых 3 суток. Ну, будем говорить, 2 даже суток, не 3, да. 3 что-то там я уже сильно уж преувеличил, 2 суток. Но поверьте, я там достаточно много каждый день сидел в ПК, монтировал, чтобы, собственно, все сделать и чтобы все было готово. Вот. Короче, пацаны, такой же. Это не знаю вообще, это летсплей, подкаст. Я вообще сейчас хотел просто, пацаны, сказать там пару слов, да пойти играть в блокаду. Ну, вот такой вот какой-то подкаст получился. Вот. Сейчас мы пойдем, пацаны, играть в блоку. Ну что еще? Подписывайтесь обязательно на мой второй канал. В принципе, вроде я все высказал. Да, 20к я сказал. То, что спасибо, про лицо я сказал. То, что типа на 25-30к, возможно, запишу либо на вебочку, если ее куплю, либо на улице даже. Ну, короче, посмотрим. Так, то, что на второй канал, опять же, подписывайтесь, сказал. То, что там GTA 5 CSGO сказал. Майна, кстати, там не будет. Стримы, вот то, что еще забыл. Пацаны, если вдруг кому-то нужно прокачать себе аккаунт в Дагфейсе до 6-го левела и получить Скорпион. Вдруг вы еще не получили. Кстати, я еще давно получил, еще в августе. Так, где мой Скорпиоша? Вот он. Вот. Пишите мне в ЛС. Цена договорная. Вообще, если у вас 1-й левел, я за 700 рублей прокачаю. Но, пацаны, если вы прям буквально в первые сутки двое мне напишите, за 600. Вот просто за 600. Это если у вас 1-й левел. Если у вас уровень 3-й, за 350 рублей, за 350 рублей сговоримся. Где-то примерно так, пишите в ЛС. Вот, ну что еще? В принципе, все, поехали играть. Все, что хотел сказать, я в принципе сказал. Так, ставим, кстати, лайки. Ну и погнали. Вообще, блин, на какую карту пойти? Может, Нюк? Индия? Нет. Кстати, неделю не играл. Вообще, не знаю, что сейчас со мной будет. После CSGO. Ой, блин, онлайн что-то в блокаде вообще маленький стал. На контре, вы посмотрите. Все. Сколько карт забито? 7 карт или 8 карт. Много. Кэш, нюк может. 2013. Я даст 2 хочу. Я люблю все-таки даст 2. Ну и где даст 2 у нас? Ладно, похрен, давайте на любую какую-нибудь карту. Давайте, например, мы пойдем на нюк. Похрен. Пойдемте на нюк. Вот просто я уже больше недели не играл. Да, сегодня 6-й как минимум день. Это как минимум. Ой, какие звуки. Давайте мы зайдем за красных. Так, тихо, я клавиатуру подвину. Все, подвинул. Так, тисачок. Давайте мой любимый асфальчик возьмем. Так, надо пальцем хрустать, вот все. Скорпиона, ну и расходники. Так, подарок мы забрали, про 20к я сказал. Ну, в принципе, все. Реально, пацаны, огромное спасибо за 20к. Ну и мы начинаем. Поехали. Так, ну давайте поиграем сейчас. Угу. Никовошеньки практически.
Практически. Граната туда пошла. Ну, динамический свет я вроде включил, но из-за динамического света, из-за вот таких вот текстурок темных, просто ни хрена ничего не видно. И когда ты находишься в каком-то здании, да, вот, в каком-то помещении, тоже все уж очень-очень печально. Тихо. Ой, сзади, блин, гадство. Ну что, 4-1, не так уж я и хреново играю. Я думал, будет намного хуже. Кстати, почему, вы спросите, такая дорогая цена за прокачку, за буст, да, АКа в Duckface, за прокачку аккаунта в Duckface? Во-первых, потому что, как бы, это достаточно потненько, вот. Во-вторых, это будет делаться на стриме, пацаны. Я сделаю отдельный стрим, ну, то есть, считайте, коснетесь популярности. Ну, где-где-где, шмель поганый. Неужели меня еще никто не узнал? Вообще. Или просто 29-й он имел в виду 22-й? Или нет? Я не знаю. Ох. Финторез Дезерт. Шапочка отлетела, я думал, то, что под этой шапкой будет противник, но нет. Нет. Нет, я имел в виду. Ну, нюк, конечно, в CSGO получше будет. Ну, ладно. Таш. О, 7 патронов. Давайте попытаемся затащить 7 патронами. 7 патронов. Так. Противник, грена полетела. О, МГшник. Ай, блин, винторез. Как, у него же был в руках МГ. Было им в руках. Блокада, ты просто не перестаешь меня удивлять. Или у меня просто уже двоится. Ну ладно. Круто. Запрыгиваем. Слышу, бегут. Это, видимо, наши. Или нет. Ну, граната проверит. О, прям, смотрите, как хорошо граната залетела. Так, ну, десенькие. Вот он, первый. О, второй. Норм. Хорошо пацан играет. А я хреново. Ну, такая карта. Мне эта карта даже в КС-ке не особо нравилась всегда. Такая карта. Посредственная. Тем более в блокаде нам вообще что-то не нравится. Хотя трейлер CSGO именно связан с этой картой. Не знаю, кстати, даже почему. Ой. Узнали меня наконец-то. Ни хрена себе. Так. Ай, блин, да капец, что за херь? Понимаете, еще проблема блоки. Дело в том, что много, блин, игроков очень на карте. Из этого мяса получается. Очень много. Ты просто не успеваешь сконцентрироваться. На всех. На всех. На 30, на 16 противников. Вот. Хотя бы сделали там 8. Ну нахрена 16? Это реально много. Тем более, я б думаю, вообще-то да. Не я б думаю, а я думаю, не б, без б. Так, о чем я там вообще хотел сказать? А, вспомнил. Я думаю, если бы 8 человек на карте было бы за каждую команду, ну, во-первых, было бы баланс, был бы, да, баланс достаточно хорошенький. Во-вторых, игралось бы лучше. А в-третьих, ну, в принципе, это из-за баланса, да. В-третьих, бы оптимизация еще была бы на уровень или на 2 выше. Но опять же, я бегаю, что-то потащил вначале. Ну, как потащил, 4 фрага сделал. Откуда? Задолбали. Мне вот это еще надоело в блокаде, то, что все время крысят все постоянно.
Что-то вот сейчас я, честно сказать, тоже без кайфа играю. Ну и карта поменялась, это какой-то мини-даст, я не помню какой именно, второй, первый, хрен его знает. Я уже что-то карты даже начал забывать. Ну чё-то вообще, пацаны, не хочется мне играть. Вообще. Раньше как-то даже хотелось записывать, играть. Пофиг, что записывать? Не знаю, сейчас что-то вообще не то. Так, вот там справа его убили, со шмеля. Вот, вся, блин, блокада. Смысл? Смысл не играть. Шмель, да и все. Вот это реально меня задолбало просто. Нет смысла вообще играть уровень, срать на уровень. И все. Зачем мне вообще играть? Вот если у тебя нету YouTube канала, и тебе не надо записывать, смысл мне вообще играть. CSGO веселее в разы играть. Это опять вообще в миллионы раз веселее. Там все есть. В блокаде даже танки есть, как бы, да, там джипы, танки. Но, блин. Это все настолько забагованно. Это было очень легко. Разброса нету, тем более. Как-то вообще на изи играется. Мне без меня скучно, мне, блин. Без блокады весело, вот. Как-то вообще не хочется, честно, играть. Вот я сейчас бегаю, ну, хрень какая-то. Это же второй летсплей, так ною. Ну, пацаны, реально, я не знаю, что с этим делать. Я сейчас думал, я сейчас зайду, и будет все норм, захочу играть. Но чё-то мне вообще не хочется. Не хочется. Я же, что ли, наигрался в это. CSGO. Что-то прям захожу. Нет, хотя тоже, не всегда мне хочется в него играть. Но все равно. Пишите, что с этим делать. Блок News, кстати, выйдет скоро. Скоро выйдет. Круто. Ладно, сейчас будем заканчивать. В принципе, я все рассказал, все, что хотел. Даже немного поиграл. Видос, в принципе, готов, наверное. Не знаю, что с этим делать. Летсплей точно что-то вообще не хочется играть. Месяц назад мне вообще хотелось играть. Я, видимо, наигрался как-то. Эйте, гуляйте. Все, вся, блин, блокада. Что вообще записывать, пацаны? Что вам интересно? Я не знаю, что записывать. Может, опять мини-игры? Ну, что-то они не смотрятся. Я хочу, чтобы посмотрелось. Вот. Смотрелся весь мой контент, который я записываю. Но в чем есть прикол? При 20к аудитории 4000 просмотров за неделю. Что-то это вообще как-то немного. Ну да, там 2 или 3 тысячи сразу там за день, за 20 собралось. Но что-то, пацаны, ну это немного. 2-3 тысячи за 24 часа при аудитории 20 тысяч человек. Блин, CSGO или GTA 5, опять же, миллион раз говорю. Миллионный раз, точнее, говорю. Если бы у меня было с таким контентом столько аудитории, у меня было бы как минимум 20-30 тысяч просмотров на каждом видосе. Ой, пацан какой тупой. Давайте его на тесак. Хотел я его, называется, взять. Еще 11-7 играю. Круто. Круто. Ну и в принципе на этом все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. 20к, чтобы у нас было. Всем пока. Давайте сейчас еще, ладно, заходим. И будем прощаться. Вы, наверное, слышите по моему голосу то, что мне даже вообще не хочется играть. Не знаю. Вот что хочешь со мной делай, но не хочется играть. Все, всем пока.